Ну что же, теперь продолжаем следить за соревнованиями. Сегодня спортсмены разыграют медали в 7 видах спорта. На Минской арене определятся чемпионы и призеры в спортивной акробатике и художественной гимнастике. Самбисты выявят медалистов в 9 весовых категориях, а дзюдоисты в 5. На Сокол-Олимпийские будут сражаться стрелки из лука. А в тире имени Тимошенко за 2 комплекта наград поспорят представители пулевой стрельбы. В настольном теннисе и баскетболе 3x3 пройдут квалификационные соревнования. Наконец, велоспорт. По центральным улицам столицы пройдет групповая гонка среди женщин.